прямом эфире первое информационное шоу «Центральное телевидение». Сегодня в России лагеря для взрослых имеют свою специфику, судя по тому, что происходит на протяжении нескольких месяцев в одном из спортивно-патриотических клубов под Красногорском. Желающие проходят азы начальной военной подготовки. Нынешнее поколение россиян больше всего из своего детства тоскует по зорнице. У вас тут взрослая зорница такая, для взрослых. Да, причем очень реалистичная. Почему школьник хочет гранаты кидать? Ну, гипотетически может пригодиться, да? А мы увидимся с вами ровно через неделю в субботу в 19:00. Оставайтесь с нами, оставайтесь с вашим центральным телевидением. До встречи. Пока.